ведущий Вячеслав. Сейчас я кое-что вам покажу. Нашел я в продаже наборы. 900 рублей. Такая вот тушечка 154М. Сборная модель. Вот один вариант. Вот второй вариант. И вот третий вариант сборки. Вот. И что могу сказать? Их тут два набора, по-моему. Да. Причем они уже с краской. Да. Вот. И еще вот такая вот красота. В этом же магазине. Сейчас мы сделаем, чтобы вывеска была. Немецкая самоходная артиллерийская установка «Фердинанд». Стоит она 1420 рублей. Тоже с клеем и с красками. Вот. Ну, тут у нее один вариант окраски. Самая мощная противотанковая самоходная артиллерийская установка Второй мировой войны. Она поступила на вооружение немецкой армии с 1943 года. Вот. Никто их не покупает. Я сейчас чуть-чуть подразбогатею и, скорее всего, их куплю. Было бы, конечно, неплохо несколько вариантов купить вот этого самолета, который за 900. Вот. У него три варианта сборки. Вот. На втором этаже есть еще магазин здесь. Там у ребят есть, по-моему, самоходная установка и нет, не самоходная установка, бронемашина и, если не ошибаюсь, по-моему, наш Т-90. К новостям, касающихся моих друзей, знакомых моделистов, я пока их не беру, потому что у меня не решен вопрос аэрографа. Я сейчас пытаюсь из компрессора автомобильного сделать насос для аэрографа. Аэрограф у меня сам есть. Вот. Пока еще не беру. Как только сделаю, я обязательно выложу все, что я хочу. Анонс уже был. Вот. Так что скоро будем развлекаться. Не все же время работать. Всем пока!